Смотрите, какой у меня такой морской чехольчик вместе с ютубчиком. Мне очень понравился, решила себе такой взять. Так что буду ходить уже с морской тематикой. Мне хочется просто уже на море отдыхать. Иду сейчас. Ребята, у меня разрядилась камера, прям обидно. Я походу... Ай-яй-яй. Я ночью делала настройки камеры и вырубилась походу. Блин. Как же печально. Ну, что поделаешь, придется сегодня на телефон снимать. Ну, обидненько, конечно, потому что я уже давно не снимаю на телефон, я уже давно на камеру снимаю. И очень непривычно снимать. Так что, блин, чего не кричали? Что не хотели? Что-то про телефон снимать. Ой, короче. Я расстроилась. Что у меня тут уже второй день про что-то непонятное происходит. Блин, и он 73-й. Я на него не добегу. Жара сегодня, просто невероятная. Господи, как же это задолбали со своими митингами. Вечно привозят и привозят этих людей. Причем видно, что это привезли, ну, люди, которые стоят за деньги. И как же меня это бесит. Потому что именно на Арсенале постоянно толпучка среди этих людей. А еще самое смешное, я разучилась снимать на iPhone. Потому что я примерно не знаю, как выгляжу я в кадре даже. Там, наверное, не видно, но я засняла беспрерывный поток подачи черешни. Так выглядит человек, у которого оценки у него половина есть. Да, ура, ребята, я защитила свою практику на 4, это вообще прекрасно. Конечно, могла на 5 вытащить, но не ответила на 2 вопроса и... Короче, на 4. Но я очень счастлива, потому что я переживала, и наконец-то в моем мозгу не будет уже столько дырок, за которые я переживаю. Философию я тоже почти все сдала, завтра досдам. И у меня уже будет стоять оценка по ней. И в пятницу, я так понимаю, у меня будет еще... Ну, у меня остается один зачет, это по редактированию, тогда в пятницу она, скорее всего, будет. И все, один экзамен, и жизнь прекрасна, жизнь свободна. У меня уже так сильно болит мозг, и у меня уже просто, я даже не знаю, на протяжении скольки времени я не высыпаюсь или плохо сплю. Так что хочется уже закрыть сессию, сдать все и быть свободной. Прям полностью. Фух, и набираться новых сил для следующего учебного года. Всем привет и доброе утро. Иду сейчас на философию еду. Тут, короче, куча маков растет. Сколько я знаю, это запретно. Но тут очень много растет. А, это еще ноутбук тяжеленный. И меня себе ткачук разбудил. Я опять типа сплю, что-то вообще не слышу свой будильник. Как 10 утра набирает. О, понятно. А у меня такой хриплый голос. Ничего с ним не могу сделать. Короче, смешно было. Еду сейчас на учебу. И очень хочу спать, потому что я уже, я не знаю, хоть я типа выспалась, спала до 10. Но все равно, все, пожалуйста, можно я уже все сдам. Все зачеты, экзамены быстрее, чтобы прошли. И все. И
и начнется лето, когда можно отдыхать. Лок, в общем, ребята, я как зашла с 12, сидела у Ткачук философию. Мы делали, там я помогала еще документацию, ну не документацию, короче, какую-то работу еще помогала делать. И сейчас покажу. 19:30, вот в 19:10 я вышла с колледжа, встретилась с Андреем в метро, и мы приехали на Левобережную, сели здесь возле водички, там уточки плавают. Китя мне привез пиццу, будет меня кормить. Домой сейчас быстренько смонтирую влог, и я сегодня впервые за многое время, за долгое время лягу спать. Я надеюсь, что я сейчас быстро смонтирую влог, и я лягу спать до половины первого даже. Даже не час ночи, а раньше. На полчаса раньше. Ну, это так, все мои мечты. Сейчас посмотрим, конечно. О, боже мой. Я не знаю, завтра будут ли у нас принимать зачет по редактированию. Очень надеюсь, что будут, потому что я уже хочу сдать все и закончить с этим, и забыть. И хочу уже готовиться к экзамену последнему и все, и отдыхать. Еще просто хотела вам показать, какой у меня маникюрчик красивенький, такие прям очень нежные ногтики, голубенькие, желтенькие, по-моему, очень мило выглядит, так что мне очень нравится, ну так как-то нежно очень, и типа флаг Украины, и у меня батарея разряжена, это значит, что надо взять точно заряд, и заодно. Не представляете, как сильно я устала, как я хочу спать, и все, все, все. Мне не надоела эта учеба. Ну, мне не надоела учеба, я люблю учебу. Мне нравится учиться, я люблю место, в котором я учусь. Мне нравится моя специальность, но я устала. Сил просто вообще нет. Мне надоело. Хочется отдыхать. Ну, смотрите, это чудо. Вечно спит и спит, спит и спит. Я ей так завидую. Она так спит и спит, спит и спит постоянно. Я тоже так хочу спать. Давайте с ней побываем еще на секунду. Ты спишь? Ты любишь, когда тебя целуют, да? Не надо меня целовать. Не надо. Показываешь язык. Вот такая моя зайчка. Ай, любимая. Я влог на этих, ну, за эти 2 дня просто не наснимала, потому что вообще ничего не толком. Вообще целый день просто, что вчера сидела долго. До 5, до 5:30. Да, 5:30 мы с Андреем вышли с колледжа. В 6, без 10:06 мы вышли с колледжа. Сегодня до 7:10 вышли с колледжа. Вернее, я вышла с Еленой. Вернее, я вышла в 7:10 вместе с преподавательницей. И мы пошли на метро, и там меня уже встретил Андрей. Он приехал, меня пиццей накормил, потому что я целый день была голодная. Я там все сходила, как купила булочку. Ну, не булочку, а целую чиабатту большую. И я на протяжении дня ела эту чиабатту. По чуть-чуть, потому что ни времени особо не было. Ну, мне не хотелось даже отходить никуда, чтобы чем побыстрее закончить этот... Вернее, чем... Ну, короче, чем больше бы я проработала, тем быстрее я закончила. Поэтому если бы я ходила еще на обед и на всякие такие вопросы, на отдых, то я бы ничего не это, ничего не успела. Но сидели, короче, сотрудницы, и она, типа, достала бутерброды, у нее было 2 бутерброда. Она говорит, что, типа, так, ты берешь бутерброд и без разговоров его начинаешь есть.
Я отказывалась, отказывалась, но потом она меня все-таки заставила съесть этот бутербродик. Спасибо ей. Тоже накормила меня. Я ей предложила чабату, она отказала. Так что вот так вот. Она мне показывала фотографии там с Мексики. Рассказывала всякие истории интересные тоже. Тут мы так перерывчик сделали небольшой. Потому что у меня мозг вообще уже просто кипел. Я уже, ну, почти не соображала. Она тоже, мы с ней по очереди, короче, тупили. Она тоже такая, типа, говорит, как не ты, так я туплю. Так реально, мы с ней реально очень убились на этом задании. Было сложно. А ты что? Ты что, спала дома? Да? Ну, собака. На сегодня утром. Меня, кстати, ткачуки разбудила сегодня утром. Я вообще не слышала будильник. Если бы она мне не набрала, я бы проспала. Такая в 10 набирает, а у меня хриплый голос. Я рассказывала, походу, об этом. Нет, я не рассказывала. У меня хриплый голос. И вообще, я правда... А я ничего не могу со своим голосом делать по утрам. Если он хриплый, то это значит, пока час где-то не пройдет, мой голос не восстановится. И я такая, блин, с хриплым голосом, такая, типа, да, здравствуйте. Она говорит, о, понятно, Ирочка, просыпайся. Ну, короче, такие вот дела. Она меня разбудила, и целый день мы с ней сидели, занимались. Фу, завтра я еще доздам, потому что я сегодня сдала там тему, надо завтра еще сдать тему. И все. И у меня... будет стоять оценка, я надеюсь, потому что я уже все сдала. И контрольную, и презентации, и показала все свои лекции. Осталось только вот, ну, сдала сегодня тему одну, завтра последнюю сдам тему, и все, и у меня оценка будет наконец-то. И я философию закрою. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и всем пока!